Уважаемые гости, сегодня заканчивается тяжелый, изнурительный год большого траура. Со дня, когда многолюдная похоронная процессия, щемящая боль в сердце, со слезами на глазах простилась, проводила последний путь славного сына рода Хузайловых, отца большого семейства, дедушки многочисленных внуков, правнуков, отличного семьянина, талантливого оратора, видного общественного деятеля, высокопрофессионального учителя, любящего мужа Давида Ильича Хузайлова. Прошел год, но до сих пор не угасает боль в сердце. Вот сейчас я выступаю, и перед моими глазами ряд встают наши замечательные учителя. Это Андер Насимович, это Джалман Абаевич, Борис Абаевич, это директор школы Нарматов, Юрий Захарович и многие-многие другие. Давид Ильич – это была удивительная яркая личность. Если сегодня задать себе вопрос, почему его смерть так тогда потрясла год тому назад нашу общину? Почему люди трагедию семьи Хузайлова принял как свою большую трагедию? Для найти чтобы ответ, надо хотя бы мысленно пройти этапы жизни этого удивительного яркого человека. Родился он в очень сложное время. Сложное, эта страна только вставала на ноги. Голод, холод, разруха. Ваш отец видел. И голодный 33-й, и год беззакония 37-й, и годы Великой Отечественной войны. Несмотря на такие удары судьбы,